Но знаешь, судьба мира богов смерти имеет значение и для людей. А? Что ты хочешь сказать? Подумай сам. Если бог смерти спускается в мир людей раз в 100 или хотя бы раз в 1000 лет, в мире людей происходят серьезные изменения. Поэтому ваш мир всегда оказывает влияние и на наш мир. Да, ты прав. И если сейчас мир богов смерти пришел в упадок, почему бы тебе не изменить его, используя опыт, полученный в мире людей? Лайт, я впервые встречаю такого здравомыслящего человека. Это вполне естественно. Если бы я не думал о будущем, то не рискнул бы использовать тетрадь смерти, чтобы изменить наш мир к лучшему.